Казахстанскому обществу нужно объединиться и не поддаваться панике. Преодолеть угрозу экстремизма можно лишь совместными усилиями. Такого мнения придерживаются многие эксперты. Мы, парламентарии страны, осуждаем действия этих террористов. Любое преступление не должно оставаться безнаказанным. И в этой связи со стороны правоохранительных органов, со стороны государства на сегодняшний день принимаются все необходимые меры по ликвидации вот этих очагов, по дальнейшему недопущению таких фактов. И в этой связи хотелось бы отметить, что в такой ситуации мы, казахстанцы, должны проявить свою гражданскую позицию, единство против терроризма. Всех казахстанцев поразило, что в священный месяц Рамазан вот было совершено такое преступление, циничное, безнравственное. И это, знаете, вот возымело такой эффект в обществе, что это абсолютно неприемлемые вещи. Самое главное, вывод какой, что сейчас внутриполитическая наша стабильность – это наше достояние. Я всегда говорю, межэтническая, межконфессиональная толерантность. В случаях, когда нашим гражданам угрожает такая опасность, как террористическая атака, должны сплотиться не только правоохранительные и государственные органы, но и общество. И совместными усилиями мы ни в коем случае не должны позволить расшатать стабильность в нашем обществе. Нужно блокировать такие вещи на самых подступах, на самых первых рубежах. И, естественно, ни один преступник, ни одно такое преступление не должно остаться безнаказанным.